Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем нашу серию выпусков по Изи Дропу. Сегодня у нас какой-то уже 9-й по счету выпуск. Как обычно, закинул на баланс 250 рублей с промокодом. Сегодня промокод я использовал на 30%. То есть у меня в комментариях там человек попросил помочь ему достичь 40% бонуса. Ну, я так как пообещал, сегодня я использовал на 30%. То есть, в принципе, разница здесь не такая большая. Колесо прокрутил, у меня там бонус на 40% выпал. Ну, его я, соответственно, завтра буду активировать. Баланс пополнили. В общем, что, карточки я все с карточками я завязал. Карточки я больше не открываю, потому что это хрень какая-то вообще полная там с карточками. Меня больше это бесит там, да. Сейчас тут выпадет мне тут гроза моя с бесплатного кейса. Я счастливый пойду открывать кейсики. Вот. Сразу продаем еще, давай пробуем. Тут кроме грозы-то больше ничего не падает. Вот. Два дня открывания карточек не с лихвой. Понятно, что скрипт очень сложно там обмануть. Ну, то есть, наверное, практически нереально там будет обмануть скрипт. Охереть, блядь. Вчера такой же калаш себе это на каком-то на другом сайте скрафтил. Ну-ка давай, тогда это, пусть еще это все показывает, что я два раза открыл. Но я же уже три раза юзнул, да? Кейс открыл два раза. Ну-ка давай. Хрена. А почему ты показываешь, что я два открыл? Ну-ка, обновим, если что покажешь. Все, теперь нормально, корректно показывает. Ну что, погнали? Погнали открывать кейсы. Ширпа-кейс наш, любимый ширпа-кейс. Давай по 5 и обычно. По 5 и обычненько пооткрываем, посмотрим. Потому что, мне кажется, вероятность, что здесь выбить что-то путня намного выше, чем выбить что-то в карточках. Вот, вот. Сформулировал. Посмотрим, что здесь у нас, кроме гроз там, да, ну, ботва всякая. Это сразу продаем, давай, это сразу продаем. Смотрел тут выпуск тоже по открытию кейса на Изидроп, то есть ребята там такую мысль озвучили, что сайт подсчитывает, что чего на балансе есть в плюсе, там ты видишь, там, да, что дорогие скины с сайта, ну, рекомендуют не выводить, чтобы не было минуса. Тогда сайт, он как бы лучше. Не знаю, насколько это правда, насколько это верное там предположение, теория. Ну, посмотрим. Все приходит с опытом, со временем. Узнаем, проверим, поймем. Кому-то хамелеончик выпал. Что здесь у нас? За 38 ночные операции. Бат-2. Бат-2 ночные операции. Ну, на ножах тормози, чё ты? Чё ты? Давай-давай. Не жмися. Не жмися. Ширпа-кейс. Прям жмется и жмется там, да. Ну, вот тоже, в принципе, интересный Desert Eagle. Desert Eagle. Ну, Юспик там, да. Юспик за 55. Вот его мы оставим. Его мы оставим. Пробуем еще. Не буду я сегодня никакие там контракты делать, никакие апгрейды. Вот сейчас что повыпадывают скины. Я их и, наверное, меньше там продаю. Стартрековский юспик выпал. Стартрековский. Либо прямо с завода, раз он там 50 рублей стоит. Ну и посмотрим. Это
44. Неинтересная она. То есть это что, вот этот Desert Eagle фиолетовый, он тоже там 4 рублей 50 что ли будет стоить? Что-то вообще какая-то там фигня. Либо это только тигр 50 рублей стоит. Или что там, вот эти розовые, они там рублей по 100 там, да? Вот 4 нормально на экран вмещается. Пятый он такой, это. Ну, еще юспик там, да? И 38. Давай по 4, чтобы экран нормально вмещается. И будем смотреть. И будем смотреть. Вот. Пешечка. Пешечка, пешечка. Ну чё, вот не летает. Давай, давай. Стой, всё, стоп, стоп. Сволочь. Сволочь, просто сволочь. Прям вообще сволочь. Ну. Я просто думаю, что если вот, ну, скины, которые хотя бы там от полтинника стоят, оставлять их, не выводить, чтобы они здесь лежали. Вот, тогда уже весь мы этот эксперимент закончим, то есть 30-й день будем открывать, то в 30-й день то их все, в принципе, и забрать. И посмотреть вообще, какая там сумма. Вот. Ну, 30-й день. А так, ну, пусть они лежат на балансе. Ну, заодно проверим теорию, там, если ты не выводишь, у тебя нету, да, то или плюса, получается, нету, то как сайт будет реагировать? Ну, тут вот это выпадет. Может, это ножи тоже не хватает. 44. Я не помню, есть у меня такой, нету вообще. Ну, тут USP опять там, да? Не могу просто вспомнить. Вот, кстати, такой дробаш себе тоже вывел с сайта. О! Ничего себе. 2 синьки выпало. Фамос. Фамос. Вот фамос мне нужен, в принципе, да. Фамос. Прям... Дешмань какая-то падает. Ни ножей, ни розового. Чё ты меня этими дезертиками хочешь? Не, ну если синий, если 9, то фиолетовый на полтинник стоит. Дезертигл. Это тоже, наверное, какого там качества будет, да? Смотри, тоже какого качества. Капец, там сколько дезертиглов нападало. В принципе, если их все было бы оставлять, то это 300 рублей уже. Если все дезертиглы оставлять, то уже давно, наверное, окупился. Все вот эти, которые там по 40 рублей, вот это вот все, уже бы окупился. А хрен его знает, либо уже слился бы там. Ну, это как-то вообще прям фигово там по... Ну, по полтиннику тоже не особо. Ну, тут, в принципе, дороже то и чё, не падает. Я не помню, что это шелпаке совсем недорогой скин падал. Шивка там прям... Полтинник это вот, наверное, потолок там 50 рублей. Розовый, правда, не знаю, ни разу, по-моему, розовый тебе не падал, поэтому не могу сказать, сколько он стоит. Но эти, в принципе, там рублей до 100 стоят, и все. Ну, давайте не дальше, что ты. Ну, не хочешь, хочешь мое дело предложить. Твое дело отказаться. Синька опять. Синька.
А чё тут еще что-то? А, две этих. Бля, хороший выпал кейс. Ну, там. Там, да? Помочь там тебе перевалиться. Давай. А. Не захотел. Помогай, не помогай. Во, давай. Это сколько? Восьмой. А, день сегодня открываем, да? По-моему, даже, ну, ни разу розового. Ни разу розового скирали. Даже с карточкой, да, открывал, то есть розовых тоже ни хрена не падало. Синь, фиол и шипотреб. Серость это вся. Вот. Розового не падало. Еще что-то там есть. Думал, уже к нулю подхожу. А нет, оказывается, что-то есть. Что-то есть. Ну, он как бы не по жести, конечно, сливает, да? Половину возвращает назад. Вот. Ну, это мои стопудово, да, серые? Все это для меня. Так, мы же быстро попробуем. О, это может мне выпало, да? Ну не, это не мне. Может, быстро давай откроем. Раз. Два. Три. Четыре. Хреново. Хрен. Тысячу, давай. Бомбанем десяточку. Давай бомбанем десяточку. Серое. Ну, стопудово все серое у меня там, да? Все серое у меня. О, кто бы сомневался. Серая полоса. У кого-то в жизни есть белая полоса, у кого-то есть черная, то есть, ну, у меня серая. Серая. Ну, не только у меня, но очень сладко открывают серые полосы. У преобладающего, наверное, больше. Волосы. Ничего себе, не поделаешь. Ну, давай. Синька что-то, да. Синька падает. Так, смотри, сколько уже записываем. 22 минуты. Ёпара, сколько. 22 минуты пишем. Ролик ни о чем, не да? Уже идет. Даже, в принципе, половину баланса не слили. То есть 168 ночные операции. Наверное, на 5 переходим. Целый час если так с такими темпами писать. Он как бы шибко-то и не дает, и нахер шип очень, ну, грубо-то не посылает. И на 5 этот. А, так, давай вот этот тогда мы. Тигра оставим. Что потом все мы вот эти вот ракетники сольем. Посмотрим, что там будет. Мне вот интересно, сколько фиольный где-то стоит. Дай мне дезерки для фиольный. Вот интересно посмотреть, сколько он стоит. Так, ну мог и вот здесь остановиться. Нет, не хочет. Где-то какой-то его на торговой площадке глянуть, сколько он стоит. Ну и вряд ли он там что-то будет дорого стоить. Ну, что там? 3, 4, ну, прокруток 5 там, да, получается. Что, дотянешь? Нет. Прокруток 5. Ну. Бесплатный-то есть, который 500 рублевый, интересно, что пишет? 250? Нет, нету. Нету. Ну, нету, так и нету. Давай. Еще два крутка.
еще две прокрутки. И ничего хорошего. Все тут слит. Ну, не больше получаса ролик получится, то есть, в принципе, нормально. Долго он так, в принципе, держал меня. Долго-долго поигрался со мной, попал. И усё. Ох ты, ничего себе, вот это да, вот это да. Хороший какой-то там. Ну еще один, давай еще один за 50 рублей. Тут что вообще, 48 там, хрен с тобой, давай оставим тебе. За 48 попробовать еще. Так, что там, 4, 3, 2, что, на один только отходил. 6, 4,63. А, ну давай тут, серость. Обалдеть, окупились. Ну, все, давай тут нож. Давай, давай, самый дорогой нож. Нет, нож это не... Ого. Даже на 3 прям, смотрите, хватит. Ну уж. Самый дорогой нож. Я не знаю, какой здесь самый дорогой, но ты сайт-то знаешь. Еще один. Сайт он тоже не знает, какой тут дорогой нож, поэтому не давать не хочет. Ты бы знал уже давно. Фу, прям это. Все замерло там это. Я аж поверил, что это ко мне летит все. Так, ну и что здесь у нас получается, если мы вот за сегодня, за все, сколько там? Смотрите, 333. Нормально. То есть я 250 закинул, то есть 333 я... Причем я промик на 30% использовал, а тут вон на 333 рубля. Ну и хрен с ними, вот пусть они и остаются. Пусть они пока остаются, никуда мы их трогать не будем. А вот этот мне, по-моему, выпал с бесплатного кейса, да? То есть если 233 минус 83, ну 250. То есть вот этими скинами, то есть где-то 250 рублей. Поэтому я их пока трогать не буду, пусть они здесь пока будут. В общем, все. Что, ребята, до новых встреч, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте разные стратегии отзыва, будем рассматривать, критика приветствуется. Все, всем пока, увидимся завтра.